хочется поблагодарить Джимат, который, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, ни на погодные условия, всегда, как и приходит, поддержать наших мужей. Альхамдулля, большое количество Джимата, братьев, сестер и людей неравнодушных пришли поддержать наших мужей. Это очень радует. Альхамдулля за поддержку. Большая благодарность. Чохсагумс. Огромная благодарность от имени моего супруга, а также от всей нашей семьи за огромную поддержку всему нашему народу. Чохсагумс. Что мой муж, он герой, и все те, кто сейчас страдают за слово истины, они настоящие герои нашего народа.